В Клинском районе будет создана межмуниципальная автономная некоммерческая организация. Об этом стало известно на очередном заседании районного совета депутатов. Несколько лет назад было принято решение о предоставлении земельных участков многодетным семьям из разных городов Подмосковья – Лобни, Реутово, Королёво и некоторых других. Для этого в районе деревни Борки выделили земельный участок площадью в 100 гектар, который теперь будет передан новой организации. Ее участники, некоторые муниципальные образования области, будут финансировать создание необходимой инфраструктуры. Это освещение, это прежде всего землеустроительные работы, раздел этих земельных участков на маленькие для предоставления, последующая газификация и так далее, и так далее. На отведенной площади смогут получить участки порядка 500 многодетных семей Подмосковья, которыми не были предоставлены земли в своих муниципалитетах. Это вызвано тем, что в этих округах нет свободной территории для этого. Стоит отметить, что на сегодняшний день более 300 клинских многодетных семей обеспечены землей, что является одним из лучших показателей в области. Новый проект также нацелен на создание тех условий, которые в дальнейшем будут использованы на благо многодетных семей нашего района. Главная суть в том, что между данным земельным участком и подъездной дорогой есть неразграниченная собственность, которую мы планируем оформить собственность Клинского муниципального района. Да, и данная подъездная дорога, которая будет профинансирована другими районами, позволит нам данную землю использовать для, в будущем для наших многодетных семей. На этом обсуждение земельных вопросов на заседании не закончилось. В Клинском районе существует положение о предоставлении дачных и садовых участков гражданам, проживающим на его территории. Но некоторые из клинчан пользуются преимущественным правом на их получение. К ним относятся люди с ограниченными возможностями, семьи инвалидов, ветераны боевых действий. На сегодняшний день общая очередь на участке составляет порядка 200 человек. На очередь можно встать, подав заявление как в администрацию Клинского района, в управлении правового регулирования. Приемные дни у нас вторник, целый день, обед с часу до двух. И среда с 9 до часа, а также в многофункциональном центре, это Советская площадь 18А, там режим ежедневно прием ведется документов. Также на заседании был утвержден бюджет района на ближайшие 3 года. В этот раз его формирование скорректировано с целью снижения показателя муниципального долга. Бюджет выдержан в рамках жесткой экономии, не предусматривает участие в каких-то программах, которые требуют большого софинансирования, и я думаю, что с этим нужно смириться, что по доходам и расходам. Но тем не менее, сам бюджет будет иметь социальную направленность. Все планы по реализации программ сохраняются, и по словам главы района Алены Сокольской, в данной экономической ситуации по-другому и быть не может. Артем Мельников, Илья Тимофеев, специально для программы «Мой Клин».